Всем привет! Продолжаем гулять по залам главного штаба в Санкт-Петербурге. Пьяцца Санта Тринита во Флоренции. Автор Луиджи Гарибо. Бумага, акварель, местами белилый лак. 1829 год. Размеры 34 на 48 сантиметров. Входит в коллекцию Эрмитажа. И расположение, как я уже сказал, в главном штабе. Луиджи Гарибо учился в Генуе в Академии изящных искусств. Покинул город уже в 1825 году, чтобы попытать счастье во Флоренции, как и многие другие художники того времени, но все еще оставался связанным с Генуей. Площадь Санта Тринита, в переводе с итальянского площадь Святой Троицы. Это одна из площадей в историческом центре Флоренции, на которой высится древнеримская колонна. Находится башня, одноименная церковь, готические и ренессансные дворцы с музеями. Сегодня площадь Святой Троицы является популярным туристическим местом во Флоренции. Площадь расположена в историческом центре города, в модном квартале Флоренции. Ее окружают исторические здания, среди которых базилика Санта Тринита, башня и несколько дворцов. Ну вот такое описание к работе Луиджи Гарибо, 1829 год, пьяцца Санта Тринита во Флоренции. Площадь Санта Тринита во Флоренции. Я нашел в интернете. Работа находится в главном штабе Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Такая работа.